Вольф. Подбай про двигун свого авто. Пане Романе, якщо говорити по фронту, в нас є цікаві, хороші зміни. Ну, по-перше, повідомляють наші з розвідники і партизани, що росіяни почали класично, як і було на правому березі, розграбовувати місто Токмак і заводи. Чи є це ознака того, що вони змирилися з втратою контролю над цим українським містом? Не только над ним. Есть информация от нашего Министерства обороны о том, что россияне на оккупированной территории Херсонщины и Запорожщины не готовятся зимовать. Есть некоторые моменты, которые указывают, войска будут зимовать на этой территории или нет. Так вот, подготовки к зиме абсолютно нет никакой, и это касается и оккупационных администраций. Они также к зиме не готовят. Но там есть моменты, связанные с закупкой углей, с некоторыми тепловыми, тепловой подготовкой, там, трасс, переформатированием, но этого всего не происходит. Такое впечатление, они зимовать не собираются на Запорожье, ни на Херсонщине. Ну, это хороший такой положительный момент, и параллельно идет информация о том, что укрепляют они Мариуполь, укрепляют трассу Донецк-Волноваха-Мариуполь, это линию обороны, то есть и входы в Крым. Скорее всего, готовятся к жесту доброй воли все-таки с Херсона и Запорожья. Ну, а Токмак — это один из таких показателей. Он, получается, в середине всего этого куста фронта Херсонско-Запорожского. И, в принципе, они прекрасно понимают, если фронт уже стоит там где-то в 20 километрах от Токмака, а тем более идет, они видят, что идет перерезание фронта, то есть восточнее Токмака. И сейчас второе движение уже в сторону Васильевки пошло, то есть это тоже на окружение Токмака еще из запада, общее направление. То, естественно, у россиян уже мандраж как минимум начался. Ну а когда мандраж начинается, значит, начинают собирать все, что можно собрать, где-то можно украсть, разобрать заводы. Ну, дойдут, в конце концов, до унитазов і до ковриков туалетних. До речі, пане Романе, ви згадали про Васильівку. Це є траса, нагадаю вам, колись це в грудні минулого року ще був КПП єдиний, кудою можна було рухатись з тимчасово окупованих територій. І в нас є біля Кам'янське, от тут є населений пункт. Подивимося, в нас є просування за останні 24 години, ось ми бачимо. Скажіть, будь ласка, це є наслідок того, що росіяни не знають, де ми будемо атакувати, перекидають постійно вагоні і резерви, і ми, визначаючи послаблення їхнього фронту, починаємо бити в ці місця? Ну, это тактика, правильная, грамотная тактика, то есть попытаться раздергать войска противника, особенно когда у них их не хватает. Вот мы за 3 месяца их обточили, количество сил, средств у россиян уменьшилось для выполнения задач обороны, я не говорю наступления, даже обороны. Потому ловим их на противоходе иногда, то есть когда уходят они из-под Васильевки усиливать Ореховское направление, то работаем в районе Васильевки. Как только возвращаются обратно, работаем в районе той же Новопрокоповки. Вот так ловим на противоходе, и, естественно, выполняется положительная динамика нашего движения. Вот Васильевка сейчас тоже появилась. То же самое сейчас происходит на Врівському виступі. Ну, власне, та, біля Врємського виступу проговоримо, пане Романе, повідомляють, що є рух наших військ, окрім того, що ми рухаємось по від Урожайного завітне бажання до Старомлинівки по Різці Мокрі Яли, також є просування і по флангах. Це є Новодонецьк з східного напрямку і Західне Приютне. Чи я правильно розумію, ми просуваємося також і по флангах, аби розширити фронт і аби була довша лінія, куди росіяни мають кидати свою живу силу? Ну, сначала вот то, что мы сейчас делаем под Приютным и под Новодонецком, Новомайорское, Новодонецк и Новомайорск, оно восточнее, это зачистка флангов для того, чтобы дальше можно было двигаться, то есть выравнивание фронта и создание плацдарма, так называемого. Общее направление здесь на Старомлыновку, однозначно, ну, понятно, видно. Ну, вот неплохое направление и с Новодонецкого на Кременчик на юг, то есть вот почему мы начали работать сейчас, да, вот сюда. Выход на чисто на Старомлыновку в
в одном направлении, он немножко неудобен, так как здесь надо будет создавать плацдарм, и лучше атаковать эту основную линию обороны, которая проходит в районе Старомлыновки, чуть восточнее, ближе к Угледару, вот в районе Кременчика. Потому и мы видим сейчас работу и в районе Новомайорска, и Новодонецка. Пане Романе, просування в бік Кременчика, от власне цього, дає нам змогу, відкриває якісь плацдарми для походу на Волноваху? Бо ми з вами вже не раз згадували, що Волноваха, ну, просто такий ключовий логістичний хаб для росіян на цьому фронті. Ні, отсюда лучше йти не на Волноваху, а на Розовку. От, посмотрите, южнее, юго-восточнее, на Розівка, Розовка. Вот пересечь, да, вот это вот лучшее направление из-под Кременчика, движение на Розовку. Здесь две дороги пересекаются, вот как раз пересечение и железной дороги, и шоссейной дороги в этом месте. И дальше вдоль шоссейной дороги двигаться в сторону Урзуфа под Мариуполь. То есть вот так это лучше делать, если двигаться вот именно с Времевского выступа. А на Волноваху атаковать лучше со стороны Угледара, причем с севера, с Угледара на Докучаевск, а дальше уже вдоль трассы двигаться на Волноваху, трассы Донецк-Волноваха.